В Махачкале 14.45, студии Бедерниса Гусенова. Здравствуйте. Новости. Большая итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в пятницу 23 декабря, а не в четверг 22 декабря, как было запланировано ранее. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, перенос встречи с журналистами связан с участием президента в церемонии прощания с российским послом в Турции Андреем Карловым. Напомним, Карлов был застрелен 19 декабря во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок». Преступление совершил 22-летний бывший турецкий полицейский. В МИД России квалифицировали нападение как теракт. Для участия в расследовании убийства Карлова в Анкару прибыла российская оперативно-следственная группа. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов провел рабочую встречу с начальником Северокавказской железной дороги Владимиром Пясталовым. На встрече обсудили вопрос развития железнодорожного транспорта, а также повышение качества обслуживания населения республики железнодорожным транспортом. Основное внимание было отведено реализации пригородных пассажирских перевозок. Сегодня в Дагестанском научно-исследовательском институте сельского хозяйства прошла международная научно-практическая конференция, посвященная 60-летию института. А в конференц-зале РИА «Дагестан» пресс-конференция руководителя Дагестанского фонда капитального ремонта Магомеда Алиева. С 23 по 25 декабря в Махачкале пройдет межрегиональный форум актива российского движения школьников «Я гражданин». На форум съедутся более 250 членов и активистов российского движения школьников СКФО в возрасте от 8 до 17 лет и руководство Российского детско-юношеского центра «Город Москва». Форум реализуется в рамках проекта «Юный патриот». 24 и 25 декабря на территории озера Акыгёль пройдет предновогодняя ярмарка с широким ассортиментом рыбной продукции, представленной рыбоводными, рыбодобывающими, рыбоперерабатывающими предприятиями республики по ценам значительно ниже рыночных. Новости культуры. 22 декабря в 18.30 театр поэзии приглашает на водевиль театра оперы и балета «Беда от нежного сердца». Первый республиканский форум молодежных культурных инициатив «Вдохновение гор 2016» состоится 23 декабря в Республиканской национальной библиотеке в Махачкале. Начало в 11 часов. Вести спорт. Матчи 11-го тура чемпионата России по волейболу высшей лиги А команда «Дагестан» проведет с воронежским клубом «Кристалл» 24-25 декабря во Дворце спорта имени Али Алиева в Каспийске. Погода. В Махачкале от 0 до 1 мороза.